Журналистам издания «Гульжан.орг» по-прежнему запрещают информировать о том, что происходит в стране. Сайт «Нур-Адам» регулярно блокируется, портал «Гульжан.орг» вообще должны были открыть в начале мая, а журнал «Адам Ридерс» отказываются печатать не только в казахстанских типографиях, но и в российских. Между тем, глава редакции Гульжан Ергалиева на пресс-конференции заявила, что не только ее редакция, но и сама ее персона для власти политически неблагонадежны. Поэтому власти надо было потерпеть. Мы за один квартал, между прочим, значит, «Адам» у нас начался с 7 тысяч, за один квартал 12 номеров мы сделали 150% роста тиража. Я же все-таки умею считать, я уже не первый проект поднимаю. И по моим расчетам, в декабре, максимум в январе, мы должны были достичь той первой важной вершины, которая уже дальше пойдет, как говорится, только вперед. Ну вот, надо было потерпеть полгодика, я бы уже сама ушла. Я бы сама ушла. Это еще один информационный повод рассказать, как в Казахстане гарантирована свобода слова. Разговор заходит и о других текущих политических моментах. Например, поправки в закон о лидере нации, по мнению Ергалиевой, говорят только об одном. Грядут грандиозные для страны перемены. У меня почему-то складывается впечатление, что идет подготовка к смене вообще нашей политической системы. И, скорее всего, это будет конституционная смена. Мы готовимся к монархии. Вот мое личное впечатление. Мы готовимся к монархии. В политических целях Гульжан Хамитовна даже временно как бы пересмотрела свои сложные отношения с давним недругом Рахатом Алиевым. На пресс-конференцию она принесла когда-то нашумевшую статью бывшего зятя Нурсултана Назарбаева «Республика Стан или казахский султанат». Там, по словам госпожи Ергалиевой, полностью расписан сценарий форматирования республики. Евгения Сазонова, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан.